кто ты есть-то? Как-то кто я есть? Я же как вы меня не узнали, что ли? Не узнал. А почему? Не знаю. Очень плохо. Я вот тут хочу узнать. Вы собираетесь Томми оцифровывать? Чего? Томми оцифровывать. GTA Vice City. Не поняла. GTA Vice City. По-русски говори. GTA Vice City. Иди ты нахуй, ёбаная падла, блядь. А что не так? Вы будешь мотать мне своей азбукой. Нет, Валентина. Как вы думаете, жив ли Версети на 2014 год? А вам Эрнест Келли полюбился? Ну, это старичок из типографии. Какой ты старичок? Ты что, охуел, что ли? С типографии. Чего? С типографии. Это там, где печатают всякую хрень. Ну и чего, я там 100 лет не была в типографии. Эрнест Келли, как вам, старичок из типографии? Никого не знаю, пошел к ебени матери. А вам как миссия с мини-вертолетчиком? Трудно было? Чего? Миссия с мини-вертолетиком. Хуйню несешь, давно ебнулся, блядь. Нет, Валентин Петров, да что не так-то? Почему вы не можете понять? Трудно было, вот как там, управление неудобное. В каком управлении? В GTA Vice City. Какой сити? Иди нахуй, ёбаная падла. Да нет, ну, трудно было. Чего, ебаная мать? Блин, Кокс. Там есть миссия с Коксом и Морфием. По-русски, блядь, говори. Ну, Валентина Петровна, я вам правду говорил. Чего? Ну вот, что есть миссии с Коксом и Морфием, там надо на машине мороженщика ездить и продавать. Чего? На машине мороженщика можно ехать и продавать. Спасибо, я не торгую и не собираюсь устраиваться. То есть вы не будете это проходить, да? Нет. Блин, а я вот хочу разведать ваше мнение о Лэнси Вэнси, ну, тот, который Лэнс Вэнс Дэнс. Чего? Мнение ваше о Лэнси Дэнси. Лэнси Вэнси. Пошел ты нахуй, блядь. Лэнси Хэнси. Нет, Лэнс Вэнс. Человек. Алло. Вы что, человек, ебёна мать? Он негр. Хуй с ним, мало ли негров на земле. Ну, у него друг зуб. Мне нахуй зуб твой не нужен. Ну ладно, а вот Кэнди Сакс, что вы можете о ней сказать? Пошли нахуй, блядь, сейчас милицию вызову. А ты одобряешь деятельность Томми Версети? Чего, блядь? Ты одобряешь деятельность Томми Версети? Чего я одобряю, ёбаный в рот? Ну, да ладно. А вот, знаешь, мужик есть такой, ему руку оторвало динамитом. Его Фил Кэссиди зовут. Он бухал почему, ему был пьяный в стельку и руку оторвало. Ну, знаешь, Кеннера Розенберга в психушку отправили. Или в больницу на реабилитацию. Кого, блядь? Кена! Какого Кена? Кена! Какого Кена, ёбаный в рот? Розенберга. Да мало ли кого отправили, при чем тут я, старуха, блядь? Ну он адвокат, ну ты же имеешь... Адвокат он помогает дарственный, там подписывать все по делам. Нихуя не нужны мне ваши ни адвокаты, никто не нужен. Чего ты плечешь, ёбаный? А ты много недвижимости скупила? Клуб Малибу, там, Интерглобал Филмс, стрип-клуб есть, айскрим-фабрику. Да нихуя я не скупала, дурак ёбаный. Ну признайся, что ты новая наркокоролева в Айсити. Иди ты нахуй, блядь, какая-то королева, хуйню несёшь, к психиатру беги, лечись, ёбаный. А у вас есть Мэверик, вертолет? Есть, блядь, и вертолет у меня есть. А военный... Вертолёта, пошёл нахуй!